Пьяный опасен. Во вторник вечером в дежурную часть ГИБДД поступила информация об угоне автомобиля Hyundai Elantra. В городе объявили план перехват. Угнанное авто засекли в районе ДСК. Требованием полицейских остановиться водитель не подчинился, только увеличил скорость. На одном из городских перекрестков ездок спровоцировал аварийную ситуацию. Врезался в автомобиль Нива, а после, пролетев на красный сигнал светофора, сбил пешехода, 29-летнего мужчину. Задержать злостного нарушителя удалось во дворе. Водитель был с признаками алкогольного опьянения, однако от прохождения свидетельства не на состояние опьянения он отказался. После чего водитель был доставлен в отдел полиции для проведения дальнейшей проверки. Хочется еще отметить, что водитель ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения и за нарушение в целом правил дорожного движения.